Так, вот сейчас у нас еще пару ножей интересных, на мой взгляд. Я даже снимаю отдельно ролик под эти ножи. Ну, так называемые охотничьи ножи, да, Ахрор. И я так понимаю, что вот там надпись Тискисар. Ну, расскажите так, что это за мастер, да, и вообще, что за вот эти новинки. Я так понимаю, это не мастер Ибрагим, да? Не, это мастер Хайрулла у нас тоже, вот тоже такой престижный мастер тоже. Вот эта ручка из стабилизированного дерева. А сюда вот поставили голову. Это змеиная голова. Ну и здесь орнамент тут нарисованный Тимур и его команда. А как это? Тискисар, в переводе это быстрорез. Это охотничьи ножи, специально предназначены для охоты там. А сталь какая здесь? А сталь тут шарикоподшипник, тоже ШХ-15. Ну, здесь форма немножко другая. А кости можно такие? Не, кости нельзя. Это специально вот дерево делается. Это орех лаком покрытая. И здесь голова медведя. Это тоже Хайрулла, да, Тоже, второй? да, мастер Хайрулло. По весу сколько он так приблизительно? Ну, так, Ну, где-то грамм 300-350. потяжелее, да, по Да, массиву? тяжеленький. Так, ну если будут спрашивать, какая цена будет этого чуда? Цена 3000 рублей. Каждый нож по 3000 рублей у Да. нас, да, идет. Так, и всего два вида, да, у нас таких вот. Значит, медведь и змея, да? То есть, вот, ага. И по размерам, как у нас там получается, можно сразу посмотреть. Размером вот клинок 16,5-17 сантиметров почти. Они, у них есть это чехлы какие-то там, как они? Да, чехлы есть. У них тоже чехлы обычные, как у других ножей. Ну, это кожезам, да? Да, тоже Ага. кожезаменитель. А мы под них сможем подобрать, если будут спрашивать? Кожаный чехол. Все-таки они такие Да, престижные. можем подобрать. Значит, чехол мы найдем под эти ножи. Вот. Ну, как бы ручная работа. Торговый дом Хайрулло. Вот они нам предоставили вот эти ножи. Если будет интерес, тогда пишите. Будем тогда держать связь. Вот, ну, как-то так вот. Вот такие. У нас вроде охотничьих не было, да, никак еще до этого. Нет. Так вот сейчас Ахрор чехол наш Вот для них покажет. как раз вот чехол Вот. тоже на охотничий, очень хороший. Вот он. Это натуральная кожа, да? Или кожезам? Не, да, натуральная А, кожа тоже. натуральная. А он Да. идет в комплекте или Да, как? в Или один? комплекте можем отдавать. То есть за 3000 рублей, да еще и Да. чехол получается. Ага. А вот положить прям так, чтобы, да, было видно. Вот. Вот. Очень теперь другое дело. Вот чехол, как бы, к этим ножам. Вот с другой стороны. Вот так, да, он, я смотрю, да, ну, вот как-то так. Все, звоните, пишите, мы тогда уже вам подберем, расскажем более подробно. Все, всем пока, удачи. Вот, значит, ножи у нас есть. Подарок там, мало ли, там Новый год. Кто-то захочет кого-то порадовать. Все, всем удачи, пока.